длинный путь с каких-то лет уже своих, уже тяжело, наверное, вспомнить. Шла борьба и с лишним весом. Вес ушел вверх. Ну, и если говорить об избыточном весе, то избыточный вес – это всегда неудобно. В первую очередь это будем даже говорить, наверное, и в части одежды. Это неудобство движений. О бариатрии я услышал, собственно говоря, впервые от своих друзей. Красота должна нас окружать. Дача – это в основном это отдых, ну и что-то и полезное. Я все-таки надеюсь и думаю, что так оно и будет, что операция даст возможность еще более качественнее заниматься садом, заниматься развитием, его улучшением. Учитывая, что рядом Лебан Днестровский, то еще возникает и рыбалка. Раньше спускался чаще. Сегодня, будем говорить, возникают некоторые сложности. Сейчас я вешаю где-то 122 килограмма. Активность – это приоритет вообще всей моей жизни. Семья, жена, младшая дочь, внучка. Ну, то есть все хотят видеть дедушку тростиночкой, летающим, бегающим, неунывающим. В данном случае у пациента не выявлена грубая патология, и любая из методик, рекомендуемых ему бариатрических операций, не будет противопоказана. Операция была проведена 18 сентября прошлого года. За время с операции, это уже сколько, 9 месяцев практически, потеря веса составила 31 килограмм. Стало легче передвигаться, легче нагинаться, что-то делать. Стало лучше. Прогулок больше появилось, самочувствие нормальное, уменьшились головные боли, так как стабилизируется давление. Четче сердечный ритм. Немного стало легче, потому что 31 килограмм – это тяжесть таки большая. Стало немножко веселее. Под конец дня меньше устаешь, а еще остается энергия что-то притворить. Оперировал меня Андрей Витальевич Фомин. Операция прошла великолепно. Никаких побочных явлений, никаких побочных реакций. У человека очень нормальная, ну, золотые руки, которые призваны как быть хирургом и дарить людям на здоровье.